Среди наших гостей я не имею права не отметить тех, кого мы в Украине обязаны не только отмечать иногда. Мы должны всегда помнить, ценить ту работу, которую проделывают тренеры, которые готовят великолепных теннисистов, настоящих людей. К нам на турнир сегодня приехали заслуженный тренер Украины, директор теннисного комплекса из города, который явился когда-то в 1959 году колыбелью зимнего советского тенниса. Там впервые были построены закрытые теннисные корты, в которых принимали участие, на которых соревновались теннисисты Советского Союза. Я имею в виду Роберта Арутовича Черьяна из Северодонецка, заслуженного тренера Украины. Поприветствуем его. Вся жизнь его проходит в теннисе. Он очень много сделал для украинского и советского тенниса. Воспитал чемпионов и призеров Советского Союза. Построил много кортов. Спасибо ему. Рядом с ним Нина Рыбалка, тренер, воспитавший целый ряд ведущих теннисистов Украины, сама мастер спорта, член сборной команды Украины. Кстати, моя микстерша в далеком прошлом, к сожалению. Но, может быть, иногда на турнирах ветеранов мы еще будем встречаться. Сегодня у нас в гостях, сегодня на нашем турнире тренер чемпионки Европы Елены Елисеенко, Александр Васильевич Соловьян из Ялты. Поприветствуем мы его. И я, естественно, не могу не сказать, хоть мы и скромно говорим сегодня и о харьковчанке, о той, которая внесла свою весомую лепту в историю харьковского тенниса. Надежда Байрачная Спанцеретти. Поприветствуем ее. Неоднократная чемпионка Украины. Одна из лучших спортсменок Советского Союза теннисисток. Будучи в десятке около 10 лет подряд, она и сегодня воспитывает еще и воспитает еще не одно поколение наших теннисистов. Спасибо Надежде Николаевне. Я еще раз хочу поприветствовать нашего гостя из Югославии, Лазара Бакочевича, генерального секретаря Сербской Федерации тенниса. Лазар, еще раз тебе благодарствие. Ну что, а теперь, заканчивая представление участников, тренеров и так далее, заканчивая наш праздник, а это действительно праздник, ежегодный теннисный праздник в нашем городе, я хочу предложить вашему вниманию для приветствия и для представления игроков, участников нашего турнира. Итак, начнем с России, их много, из Москвы. Пожалуйста, к сетке из Москвы, Волгограда, Калининграда, рядом нашего Белгорода. Где Белгород? К сетке все, у сетки стоим. Санкт-Петербурга, Энгельса, Тулы, Сочи. Тут даже наши представители из Сочи есть. Уфы. Юные теннисисты из Латвии, из Риги, из города Олайне. Я, может быть, не знаю, может быть, кто-то знает этот город, но видите, он может и прославиться в теннисных кругах. Олайне, Латвия. Из Белоруссии Минск. Славный Минск.
Смотрите, сколько их. А вы знаете, сколько представителей Белоруссии находится сейчас в элите мирового тенниса? Уж имя Натальи Зверевой, вероятно, хорошо известно абсолютно всем. К нам приехали из Молдовы, из Кишинева. Пожалуйста. Молдаване. Солнечная Армения. Не только с прекрасным араратским коньяком, но и с чудесными армянскими теннисистами, один из которых Сарксян входит в элиту мирового тенниса и был победителем нашего турнира много лет тому назад. Представим наших гостей из дальнего зарубежья. Итак, представители Югославии, бегом к сетке. Германии, Александр Циринский. Польши, Давид Яворский. Ну и, естественно, хозяева турнира, представители многочисленной, огромной нашей страны, Украины, Киев, Донецк, Львов, Горловка, Новая Каховка, Кривой Рог, Николаев, Волушка, Одесса, Симферополь, Северодонецк, Днепропетровск, Саки и Харьков. Ну что, ребята, большой ветер, почти штормовой. Но по моей команде, знаете какую команду? Для Гагарина или сам Гагарин? Поехали! Пускаем шарики! Шарики пошли вверх. Шарики пошли вверх, а земля-то вертится. Повернитесь ко мне лицом. Подойдите на эту сторону площадки все. Сейчас будет снимок.